Меня пытаются уже второй раз не посадить на рейс. Вчера только меня сняли, сейчас говорят, у вас оформлены документы неправильно. Меня сняли с рейса, да, из-за этого межгосударственного розыска, и должны были, в общем-то, по идее, депортировать. Но статья у меня не депортационная, потому что в связи с Кишиневской конвенцией, с Минскими соглашениями, если подобной статьи нет в Казахстане, допустим, да, в национальном законодательстве, то нельзя депортировать. Но фейки российской армии – это новые законы, все такие репрессивные, у вас они, естественно, не приняты. Где ваше видео? Запись? Не понравилось одному гражданину, Читая, что имеются признаки призывы к экстремизму, терроризму. Угу. Можно ознакомиться? Я до последнего старалась здесь остаться, подавалась на бизнес, то оспаривала в суде. Вот суд не вышел не в мою сторону, есть 2 месяца на апелляцию, то есть в этот срок мне нужно либо подать апелляцию, либо уехать. Я решила уехать. Вот. И, соответственно, апелляцию не подавали, да? Апелляцию не подавали, ну, потому что смысла не было. Я так думаю, что в Верховном суде тоже пол стояло.